Ты, блядь, чё давайте, ебать, ты нажми готов ты. Я ебу, что ли, какой-то играть, блядь. Для школьников игра какая-то. Ну поэтому блядь, мы я здесь поиграл. собрались. Я просто поиграл, блядь. Там, ну, типа, там в отряде с мудаками с какими-то, там какие-то школьники, блядь. Вчера какой-то видос чувак снимал, или сегодня просто. Я снимаю, блядь, геймплей по, блядь, Fortnite. Не, а мы сейчас, короче, начали, к нам какие-то два школьника залетели просто с нихуя. У Жорика в друзьях там. Начали что-то, блядь, пиздеть, танцевать тут. Ладно, сейчас мы разъебемся. Там, в принципе, какие-то долба... А тут рейтинг? Да-да-да. Говори, ты пропал тут. Загрузки момент был. Алло? Загружайся! Загружайся! Господа, я вот что-то никого вообще не слышу. Вы все куда-то пропали. Бля, может у меня вот... Да нет, у меня все ок. Алло, блядь. А, блядь, я не туда присоединился, я думаю, куда мы прыгаем-то вообще, алё? А я где мы? Пиздец, вы уже выпрыгнули, что ли? А у кого какой ник, блядь? У меня Крадекс. Ага, Крадекс, вижу, ты так, еще летишь. Так, класс Томми, ты? Жор... Да. Кто ты? А, вот Экспетенс это Жора, или как там, блядь, читается? Да, ну я понял, похуй, это не короче, важно. Короче, я к тебе, Дэн, приземляюсь. Да-да-да, я сейчас мы летим. Я, короче, метку поставил, где жёлтый метка, давайте сюда. Давайте. Мы уже подлетаем. А тут строиться ведь не обязательно, нахуй, да? Это так, чисто по фану, блядь. Да, чисто по фану, я не строюсь. Я здесь вообще не строюсь, потому что это раздражает. Ну если что, Жорик у нас на нас затащит, он с пекарни играет, а мы с тобой с этих, с Xbox'ов. Да и, блядь, я из этого тут нормально раздаю, я и в единичку выходил первым, блядь. Ну я могу сделать шансы равные, просто джойстик подключу и там. А, у тебя джойс есть? Да нахуй, да. В чем шанс равный? Так тут нормально все с прицелом, блядь. Более-менее. Да не, мне вот сложновато на самом деле, я еще это как-то не привыкший. Я просто беру одну пуху и начинаю разгоняться с ней, и все, блядь. Он мне просто па-па-па-пам, и все. Оп, что это у нас? Это самодельный автомат. Я, кстати, не понял, тут прикол с крафтом еще с каким-то, нахуя крафтить, блядь? Чё-то а я вообще так не нашел, где крафтить, о чем ты мне тогда рассказывал? Наверх надо нажать, а на джойстик, наверх, стрелку. Ну? А, вот, ну, видишь, создание там... предметов. Да-да-да. А-а-а, это типа его тут улучшать можно? Да, тут можно улучшать, да, каких-то, блядь, динозавров тут пиздишь, блядь, кости собираешь, короче, блядь. Нет, не так сложно, в принципе. Так по пути где-нибудь динозавра какого-нибудь задолбать. Я тут сейф ломаю на чердаке, заебись. Интересно. О, а я не понял, нахуя тут золотые слитки нужны? Они только на игру даются, да ведь? Нет, они вообще у тебя есть. Ты можешь, короче, встречать чуваков и покупать оружие за золотые слитки за эти. А, ну это нахуй не надо. Я с обычным пистолетом всех разъебываю. Кроме донатов всяких, блядь, которые там я ебал. Просто идешь на них, они тебя с одной, блядь, пью, и все, блядь. Это жора, еб. Никому не нужна броня. Не, здесь донат не решает, здесь только скины. Ну да, ну это хорошо на самом деле, не как в Warface в каком-нибудь, в котором, блядь, один донат ой, и блядь, ничего больше. Ой, блядь, Warface. Да, Warface, да, конечно. Стой, как стой, стой, раз... тормозните, ребят. Чего? Сейчас, стой, я... Как выкидывать надо научиться, вот. Ты мне крупную принес? Я убираюсь, тихо, блядь, не мешай. Ну в смысле не мешай? Я тебе сейчас... Меня... Я граффити могу рисовать. Ты умеешь граффити рисовать? Я вот умею. Конечно. Смотри, сейчас я тут письку нарисую. Да не умеешь ты письки. Ой, а он переключается. Смотри, как он, блядь, переключается. Я тоже так могу, блядь. Смотри, смотри, блядь. Чисто КС, пацан угорает, блядь. Чисто КС, нахуй. Нам сейчас ебался, сломает на входе прямо здесь, блядь, уже. Ну, граффити обосрали. Может, пойдем убивать кого-нибудь, пацаны? Да можно.
Ну да, в принципе. Тут главное в зоне, по сути, находиться. Мы в зоне, да я знаю. Я обычно бегу сразу в центр, приблизительно, где может она, куда может сузиться. Да, и она обычно это просто... Здесь арбалет есть. Где? Кому арбалет надо, вон. Давай, я вот... Ты меня обманул, что ли? Это я тебя обманул. Я знаю, где ты работаешь. Чисто, блядь, все нахуй, да. Гони, ну, пока, поем сюда. О, машину нашел. Сейчас поедем. Вы что тут, блядь, застраивать начали? Я строитель. Так, я теперь застрял тут. Красил, что ли? Да куда ты делаешь? Что ты делаешь, дурак? Он взял меня, сбил, ты представляешь? Негодяй, меня погодить. Сесть хочет. Выбивай окно. Я везу? А чё за, блядь, хуйня, я думал, типа, это... Так мы пересели, а ты в итоге сел за руль. Мы приехали, всё. Бензина же нет ни у кого. Бля, я помню в первых частях там, типа, крюки были, блядь, кошки. А, так тут до сих пор есть крюки, если найти их только надо. А, я думал, они у тебя, типа, в инвентаре всегда. Нет. А и как забираться, блядь, на эту хуйню? Надо строиться, типа, блядь. Ну да, построился и все. Кого сука, там стреляешь? Блядь. Это не я. Я Анжаре говорю. По гусям. По гусям? Дэн по тебе стреляет. Ну ладно. У меня дерева нет, блядь, все, пойдем. Нечего строить, блядь. О, красава. Погнали. Что-то вообще никого нет, я, блядь, не могу. Обычно меня вначале убивают, просто бывает. Мы вообще еще никого не встретили, блядь. Люди. Мы Ой, а зонт, он только-только. Они вот, они обычно, знаешь, эти дебилы, они даже на зону не смотрят. Они просто вот там тусят, а потом в последний момент начинают убегать. И не, ты их обычно ловишь на вот этом моменте, когда они бегут. Чего? Там дробовик синий. Ой, да ладно, здесь мне хватит. А тут нету friendly fire, да? Я могу там гранаты кидать, там хуй моего вас не заденет? Да фиг знает. Нет, нас не заденет, ты можешь сам себя этой гранатой так убить. Ну все, давай, пацан, догоните там. Не, ну ты кай... Да ну, правда? Алло, пацанчики, вы можете этот, ну...
Хотите за вас еще бегать. Ух, нихера. Алло, блядь, Хьюстон. У нас проблемочка. С чем, с головой? Да. Короче, это вот вся сущность игры, в принципе, да, чем мы сейчас занимаемся, блядь? А чё, зато весело. Очень весело, блядь, Майнкрафт просто, нахуй. Хотя бы квесты, вот я хотел по квестам поездить, блядь, типа там на карте жить, дохуя. Ну да, 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 это гемор, ну типа зоны не всегда совпадают с квестом, который тебе нужен. Так можно смотреть, что у тебя сейчас попадает, что проблема-то. Сейчас найдем. Вот, вот, а нет, это уже не совпадает, надо было пораньше ехать. Ну чё, вы идете, не идете? Выполняется. А чё, меня никто не повезет? Так мы не уедем все на одной, ты чё? Так-то уехали бы все на одной, я не знаю, чё вы. А чё я взял так? Чё за утилизатор, блядь? Чем я буду стрелять? Бросить хлам-бомбу? Взять боеприпасы ЛТ? Хуя, прикольно, чё я могу? Это бесконечно? Чё, а чё ты можешь? Я сосу. А, да, это бесконечно. Да, короче, ты заряды копишь с того, то, что ты разрушаешь всякое, ну, барахло. Но только, ну, с нее убить можно, знаешь, как только. Если ты прям вот, ну, попадешь человеку, он тогда убивает с одного раза. Ну, типа, с одного патрона, что ли. Я себя полностью разъебал. Даже хп не осталось, блядь. А, ты себя уебал? Да вы что там, едете, не едете, пацанчики? Да едем, едем, все, сейчас сажусь. У меня там, блядь, 20 хп осталось. У меня канистр ебанул рядом просто. Тебе, может, это, бинты дать? У меня есть вроде как. Себе оставь, блядь. Ага, я понятно тебе. Если тебя ёбнут, будешь сам вставать. За нами гонится зона, блядь. Зона хочет нас сожрать. Да вы что-то там, блядь, хуяло? Летите просто на этом, на карте. Там лягушки какие-то, блядь. Тут же еще рыбина. Так, и чё? Да стой, остановись! Куда ты поехал? Да хватит. Я не могу к вам сесть. Так ты не можешь, два места, ёпта, ты лишний. Так а чё, вы побольше-то не могли тачку взять? Поехали. Так там не было. Да ты не сможешь на крыше ехать, это тебе не паб, блядь. Ну да. В пабге вот это вот удобненько. Ой. Так мы в зоне уже. Ну всё, пойдём. Сейчас что-нибудь начнётся уже. Опа, блядь. Руки потеют, сука. С вами одни нервы, пацаны. Ой, а я могу рыбок засосать? Ой, бля, хуя себе шмальнул. А тут есть удочка, ты можешь рыбу ловить просто. Ну, это я в курсе, да. Ой, один раз выстрелил, у меня пропал утилизатор. Всратый. О, осталось 25 игроков, заебись. Сука. Пиздец. О, лук. Люблю лук. Так, чё у нас? Не хочу. Я слышу стрельбу. У нас враги. А где вы? Да вы капец, вы умчали опять. Да вот я здесь сейчас с тобой сзади бегаю. Ух ты! Жар, мне кажется, тебе пизды дали. Пацаны, пацаны, чё у вас там? У вас там всех, что ли, кидают? Сама меткость просто, блядь. О, заебись, нормально. Я на что месте мне нормально. Ой, жаклевый очень, жесткий. Очень охуенно. Просто очень продуктивная игра, игра, да? Что, продолжаем? Да, конечно. Что, нажали все на X? Шестое. Или как тут? Шестое место. Я уже приготовился. Я тоже приготовился, давайте. А ты не приготовился, Крэ, вот теперь приготовился. Ты что, обалдел, что ли? Я вон готов уже, блядь, за тобой наблюдаю. За кем за мной? За тобой. В окно посмотри, я с тобой наблюдаю. Где? Какое окно? Ты с ума сошел? Твое окно в доме, которое. Хуя там народу, смотрите, сейчас там тоже перепалка начнется.
начнется, да. Только давайте сразу определимся, куда мы прыгаем, а то первый кат какая-то говёная получилась. Так дело не в том, что просто, типа, всех уже посливали к этому времени. Да, блин, вот в эпицентр, в принципе, прыгать нам, ну, сразу, мне кажется, пизлей раздадут. Ну чё вы опять, блять, опять не тот канал. Алло? Да-да. Все, отлично. Да у меня постоянно почему-то канал, блять, не тот подключается. А у меня вылетает джойстик, ну, не видно за плазмой, у меня Xbox стоит, и он иногда теряет этот, блядь, соединение. Так он по Bluetooth нет? Ну, джойстик-то да, но у меня наушники-то прям в джойстик вставляются, как у тебя, наверное. Ну да, да. Ну, если терять соединение джойстика с приставкой, то у тебя, блядь, и микрофон пропадает. Так а как оно может теряться, если у тебя джойстик по блютузу? Типа, неважно, где он стоит. Ну, у него помимо... Он стоит тут, блядь, за всякой хуйнёй, типа, очень много препятствий. Я могу в толчок с наушниками отойти, они у меня будут работать. Ну, я тоже, ну, иногда он что-то мешает конкретно. Может, в телеке какая-нибудь хуйня. У меня вот он загражден прям телеком. У меня Xbox, сзади телек стоит. Так, ну-ка, как тут оружие-то улучшать? Там материал нужен определенный. Нет, вот материал-то у этого можно купить, а почему-то этот выбранный предмет не подходит для изготовления других предметов, понял? С нами что-то... Вот, погоди, вот самодельный автомат. Что тут есть? Посмотреть, L. Бросить, разделить. А... Опа, там вот кто-то кого-то видит. Угу. Пойдем посмотрим. Что-то происходит, я не понимаю. Кто, блядь, что отмечает? Ну это он с нами, дебил какой-то. А, это Жора. Жора, ты дурак, что ли, блядь? Куда ты нас заставляешь бежать, блядь, дятел? А я думал, вон Дон Владион какой-то с нами еще. Не, я просто самый последний капитал, я курить ходил. Не, у него 79 уровень. Но он почему-то молчен. У него микрофон или нет, но он задрот, мне кажется. Или он америкос. Так, а где вот этот чувачок, который был тут, блядь, с которым может поболтать? Куда он делся? Я с ним уже поговорил, а что ты с ним болтать собрался? А жизнь туманная, каша манной. А, ну давай. Да его нет уже, его походу ёбнули. Или он свалил куда? Опа, я вижу какое-то синее оружие, надо бежать туда. Утилизатор. Если я тебя утилизирую. Давай. Получилось. Че, мы в этой катке, может, найдем кого-нибудь? Наверное. Кого-нибудь, кого убьем мы, но не как обычно. Он был где-то. Ты же заебался, просто бегают и сундуки лутаю. О, эмблему дали. Кого? Эмблему. Что за эмблема? Для флага. Что за флаг? Типа, что ты хочешь, блядь? А ты что смеешься? Ты будто знаешь, что за флаги. Типа аватар. Похуй,
Я, блядь, тракторист, я поехал. А чё, на нём нельзя ездить? Нет. Может, на бутылке проехаться. Бля, нету бутылки. Так, зона сужается. Враги, вижу врагов. Так, а я могу лук улучшить? О, я могу лук улучшить. Чего, блядь, на него надо? Да вы обалдели, что ли? Идите в жопу. Я не могу лук улучшить. Если найдете бензин, свистните, пожалуйста. Зачем тебе с Гайденс поджечься хочешь? Да, самоубийца. О, там что-то фиолетовое сверху. Кстати, тут кто-то был, тут эти кабаны все перемотаны. И чё? Ну, просто ну, да, тут... О, эпический револьвер, интересно. Он что, уроном только отличается? Эпичности. А, тогда ты серый. Ты сейчас на что намекнул, блядь? Потому что ты никакой. Какой-никакой? Ну, вообще никакой. В смысле никакой? В прямом. Вот так в каком вот. Прямом? В прямом и в переносном. Куда переносится? Бля, у меня полкарты не открыты даже. У меня та же... А, нет, у меня почти все, а у меня все открыто. Почти. Не, у меня вот верх вообще не открыт, где я поставил. Ну, там... верх, да, у меня тоже не открыто. Бля, тут уже все залузано, все убиты. Мы сейчас опять останемся с какими-то чуваками, которые нас просто пи-пи-пи сделают и все. Жор, ты их как не убил, ты же вроде с ПК играешь. Блин, у меня санса 800 DPI стояла. Интересно, какая у меня санса? Чё ты сделал санса 800 DPI? Так а чё, в КС-ке же нормально, можно катать с такой сенсой. О, мне надо потрясти какого-то ущерба. А, это тебе надо, короче, чувака ёбнуть, и вот когда да он будет знаю, паляться, знаю. И трясти его. Я и говорю, мне надо кого-то ёбнуть. Давайте кого-нибудь ёбнем уже, пожалуйста. Ну, очень интересная игра, блядь. Сука. Потому что мы никого нахуй найти не можем, как обычно. Блять, нас бы хотя бы нашли. Я вот когда один играю, блять, пиздец, ну постоянно там начинаешь, блять, и все, и пошел. Меситься, блять. О! Нашел! Давайте, я бочка, пацаны. Стойте! У него где-то друзья, значит, могут быть. А он сразу умер или валялся еще? Я не знаю, я в него нормально всадил просто. Нормально, да? Смотри, угадай, кто не настоящий. Даже не знаю. Ну так ты не поймешь, если ты будешь стоять. Бля, у тебя ник же светится, домой. Ну да, вообще. Что-то я не подумал. Идиот, блядь. Маскировка у него. О, зон сужает. Опа, опа, что такое за хуйня? Бля, как выйти-то отсюда? А все, это до конца игры, это теперь бочка. Да, да. Вон они за тачкой вроде где-то. Сука, нихуя не ба... Где, как, блядь? Да, нахуй. О, вижу. Вы что, попал. Тир играете? Оп. Пацаны, вы не знаете, как вот. Вот тут бегать. В таких играх всегда надо на рожон лезть, и все, не надо бояться. Чего кого-то бояться, блядь. Да блядь, пока ты к ним бежишь, просто на тебя ёбнет разочек. Вон я сейчас. Я уже побежал, одного он обоссал, а он прятался вон за эту фигваму, блядь. Вот автомат, другое дело. Бля, нахуй мне столько бинтов, блядь. О, я автомат улучшил. Как? А вот как раз-таки создание предметов, а я нашел эти кости долбанные. Ну, мне тоже, а у меня нету. А... Так а чё, типа надо по нему нажать в этом, в меню, что ли, или чё? Сейчас тебе костей скину, вот у тебя есть автомат какой-нибудь?
Ну, есть зелененький у меня. На, вот возьми. Давай. Так. Наверх, направо. И наводи на него, и вот у меня, ну, это... Это, блядь, квадрат. Ну, я вот навел, у меня над ним висит. Но я вот, погоди, это я выкинул. Да ты не там навел. Ты сначала на создание предмета впереди. А, создание, все, это у меня другая кнопка отвечает. А мне надо 4, там надо 4 кости. Ну, а у тебя? Либо деталь, у меня одна. Ты мне скинул. А какая деталь? Давайте деталь скину. Круглый, оу. Опа, стоп, стоп, там, стоп, пацанчик. Там как бы вас это хотят нагнуть. Там. Готов. Там еще один должен быть вроде. Похуй, у меня еще... На тебе еще скину тогда костей. И что это мне скинул? Кости. Пистолет мне нахуя. Что ты взял? Во, создать. Михаил, смотри, где я. И что, теперь у меня круче в автомат стал? Ну типа да. Михаил, я рядом с тобой, ты что, меня не видишь? Колесо, блядь. А я наверх смотрю, пытаюсь найти тебя. А с них прыгать вот. Можно вообще? А, да, кстати, ну-ка, там можно как раз прыгать? Нет. Хуль-то, опа, там... Пацаны, может, займемся там это? Да-да-да, вон там вдали, вон. На, аптечку, ёпт, лови. Вон я там. Я готов, пацаны. Ну, может, кто-нибудь, пацаны. Ебать их тут народу. Все, поиграли. Минус один. Ребята, помогайте, пожалуйста. Да я уже, я вот приехал уже, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, откуда, сука? Вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот, рядом со мной. Да, блять. Как так-то? Вот да всё. Блин, дробовик какой-то дерьмовый был. Кинул его, кинул, короче, из дома. Да все, они, мне кажется, не выберутся там уже из зоны. Ну да откуда они взялись вообще? Кто это? Да я их видел, я начал, типа, как-то их убивать, блядь. Я что-то не могу попасть, вообще плохо, сложно попадать издалека. Стрелять просто на опережение всегда. Я не знаю, я вот всегда тупо бегу на ходу и стреляю наперед. Так он когда вдали стоит, у меня просто там, блядь, я не знаю, что происходит с этим. Так вдаль на то и надо, ну типа я почему всегда сближаюсь. В ближнем легче, чем издали подруг. Че, туда? Угу. Так у нас почему нет общего прыжка-то, типа там же можно один выпрыгивать, все летят. Это не папка. Это только в офисе. А тут... Да, в натуре и в пабге также, а тут нельзя. Тут каждый сам это за себя. Каждый сам себя. Каждый единиц. И сейчас по-любому зона будет на другом краю карты, блядь. Так, это думаешь пабка? Вот меня так бесило это в пабге всегда, и ты катишь. Так, рядом со мной какой-то чепух летит. Классно, а я сзади... Там очень много летит. Ебать тут народу. Я вот сюда вот снижаюсь. А как вам, как показывать на этом? Налево, что налево, здесь? Налево. О, ага. Я вот здесь, короче. Опа, вот тут пацанчик, он приземляется. Я вижу. Я, короче, в дом. Блять, не попал. Ой-ой-ой. Пацаны, по-моему, игра закончена уже. Тебя уже убивают, что ли? А, и там их трое, их там вся команда, я поплыл.
сюда. О, нашел удочку. Класс. Как вы думаете, нужна ли мне сейчас удочка? Ну да, я думаю, незаменим предмет. Я уже рыбач. Так. Ну, два. Минус тоже два. А я рыбу ловлю, пацаны. В это занятие себя нашел, конечно. Меня клюет. Пацанчик, дайте оружие какое-нибудь. У меня просто лук с двумя стрелами и все. Могу удочку дать. Заебись, спасибо. О! Кто дом разматывает? О, фига, я жгучую рыбу вытащил. Че, жжется? Нет, ее кидать можно, врага. Она у меня 41 сантиметр. Самый лучший результат среди всех друзей. 41 сантиметр. Я, ладно, я тебя понял. Мне так написали, я не знаю. Мне кажется, тебя обманывают, не верим. Ну, у меня тоже есть лук. Нет, тут есть задание на ловлю рыбы, там тоже нормально дают. Вот я сейчас поймал, я говорю, жгучую рыбку. Так, ладно, короче. У меня нет ничего, я пустой. У меня жгучая рыба и удочка. Ой, лук с одной стрелой. Кому 25 армора дать? Кому жгучую рыбу дать? О, Костя. Да я еще порыбачу пока вот тут. Гарпун нужен кому-нибудь? Давай. Что это такое? Я рыбачу. Не клюет нихуя. Фига, тут можно как рыбёхи разгоняться, типа. Поймал. О, я ламу вижу, ламу. Опа, и что это значит? Там броня. А, в натуре? Это как ящики в PUBG, которые с ним падают. Что-то, ну, фигня какая-то. Ну, тут всегда по-разному. Ну, в принципе, даже зоны прогадали. О, на этом не будет. О, еще одна удочка, пацаны, кому надо. А тут их много. Тут кроме удочек, блядь, ничего нет. Вообще, кстати, это да. Я гарпун нашел, да? Жалко, хватит фигней страдать, что ты творишь, блядь? Я могу огонь зажечь, давайте погреемся. Погнали вот сюда. Куда? Вон на меточку. Погнали. Что такое? Банк с личками. А, это я выкинул. Они взрываются? Они Да. Я их уже взорвал. И Херли, ты метку поставил, и я один пошел на нее, да? Я бегу с тобой сзади. Ты сейчас что, ты взорвал ее, типа? Кого? Стену, я там стену строил. Я ничего не трогал, я ничего. Я задание за стол выполнил. Ой-ой-ой, пойдем отсюда. Нет. А, там страж, наверное, да. Да-да, за мной там полоумный женщина гоняет. Блядь, он телепортируется же. Да зачем мы? Мы её не убьем просто так. Мы же убили ее. Да? А что с ней выпало? Ничего.
Дробовик. А, доисторический автомат. Кстати, что это такое, Жор, объясни мне, вот ты. Вот эта хуйта, которая выпала. Это дробовик. Да нет, не дробовик, вот у Потсика в руках была. Он куда-то свалил. Он ее поднял, и наверху с ней что-то стоит. Может, ее на гору надо занести? Ну да, я тоже думал, я тогда так что-то не дошел до туда. Так чё, кто мне расскажет, что это такое, что за фигня? Ух ты! А, я откуда знаю. Я в форточку давно уже не ходил. Вот, вот это вот. Где вот этот подсук? Вот он, сука. Но эта фигня, я так понял, ведет к центру, вот к этой башне. Так, я телефон проебал. Куда я делал его? А, да, он показывает, куда его надо нести. Враги он там. Где, где? Ага, увидел. Как дела у вас, пацаны? Там еще один. Двое. У вас там не все. Все, я лук, короче, улучшил. Кому-нибудь надо бензин? Понюхать? Лук улучшить. Бензин, чтобы... А, для взрывного, типа? Не, чтоб он горел. Типа, есть бомба для взрывного, вот такого, сейчас покажу. Для себя, кстати. У меня все оружие, которое нельзя апгрейдить. Так возьми лук любой. Хуя. Зачем мне менять М-ку на лук? Это тоже верно. Вот, здесь я тоже еще не был. Надо открыть локацию. Ты позвонил звонок? Да. Зачем? Кому надо армор? У меня есть армор. Во, давай. Где? У меня локация не открывается, блядь. А там надо в какую-то точку определенную. Тут стенки, кстати, стоят кирпичные, походу, тут уже пробегал. Так мы тут только что народу кучу завалили. Не, в этом городе прям? Да, они же отсюда бежали. Ага, так может еще кто-нибудь. Сейчас машину слышал, кто-нибудь. Да, это наш. Ой-ой-ой, там целая команда, пацаны. Ебать, я скажу, со всех сторон они. Я в помойку прячусь, короче. А я? Оп-оп-оп-оп-оп-оп, по мне палят. Обожаю бомбы. Ой, а чё рыба отметилась? Там вы живы, я их сзади обхожу. Блять, меня волк гасит. Какого черта меня вообще волк гасил? Опа! Не прыг... Где? Киньте метку. Откуда? Справа откуда-то. Наверху.
здании никого. Я положил. Я добил. Вот тут, кстати, синий лук есть. Надо кому? Да отстань своим луком уже, блядь. Жар, надо лук? У нас застраивают. Вон там, вон там. Автомат. А, кстати, там шваляет. Один чувак остался. Надо трясти его, пацаны. Да надо было бы трясти. Над ним же можно издеваться, когда они сидят. Они же не могут ничего сделать. Так, ну и чё? Зона в поле, но я что-то никого не вижу. Блядь, мне надо... Мне кажется, лучше на гору подняться. Надо занять защитные позиции. Ага. Как убрать метку? Кто... Чё это такое? Чё отмечаете? Да это я. Я не могу... Как убрать её, чтобы она больше не висела? Да никак. На нее нажать, на нее прям наводишь и нажимаешь. Я слышу обратно. тачку, слышу. Это, блять, это наш. Где эти пацанчики оставшиеся? 14, мне показалось 4. Там половина еще даже, наверное, не добежала. Они вот все из зоны бегут, как сломя бошку, типа. Что-то тогда скажем, слишком наглые. Ой, волк! А я нашел волка. Тут плохо. Мясо. Че, ты все-таки нашел что улучшить? А, я понял, что он делает. Это вообще бред. У меня сейчас был автомат. У меня был автомат исторический. Я его улучшил, он превратился в дробовик вообще. А, нет, это какое-то ублюдство. Он типа на ранг, ну просто меняет оружие. Не-не-не, вот у меня, смотри, вот у меня был лук, и то есть я вот его улучшил, он теперь взрывной. Блять. Они вон там где-то. Где, кинь метку. Я просто вниз упал, короче. Где-то вон там стреляли. Или мне показалось? Я стрельнул под нас. А, ну может это ты был, хуй знает. Я показался оттуда, летело просто. Хуй, он так называется, укромный угол. А, это где унитаз сделать, я здесь был. Ну тут внутри фабрика унитазов. Чё-то я вообще бы не сказал, даже 7 человек где-то, блядь, есть. Ну они сейчас добегут, давайте в здание все. Ой, а тут не будет зоны, да, блять? Я думал, в здании будет. Ой, а, ну осталось, короче, два чела. Два чела осталось и выиграли. Все, держимся рядом. Че с этой рыбой делать, я не понимаю. Да захалы ее. Есть? Фига, у меня из ушей пар идет. А, да, ты типа сейчас супер быстрый, блять, вот это все, типа быстро атакуешь. Только быстрый. Ну да, ты и стреляешь быстрее, типа. Не, махаюсь так же. Мне кажется, мы палимся, нет? А там что такое? А, это волки? Да. Тяжко, конечно, на большом телеке играть, а что все такое мелкое вдали.
Ой, не уебывайся давай, блядь. Вижу челика. Я как приманочка, пацаны. Давай. Вон двое, вон там они. Я вижу. Вижу. Их там четверо, аккуратно. Я вот за деревом постою. А там на горе еще один. Они друг по другу шмаляют. Это две команды. Вон там. Или как это? А, вон там. Вон там был, короче. Они это, застраиваться начинают, блядь. Задельные, сука. Ничего не попал вообще, блядь. Так, уже по мне начали стрелять, короче. Я спускаюсь, ребят. Давай-давай, они там внизу стены строят. Бля. Строитель ёбаный. Прикройте меня, я лечусь. У меня здесь 15 хп стало, 16. Меня бесит эти строители, блядь. Майнкрафтеры, ёбаные. Все, готов. Из этой хуйни. Я пошел на рожон. Блядь, я уже заебался лечиться, а? Пацаны, я их попытался, они все. Да. Их там двое. Они отстраиваются там где-то, блядь, типа этим. Блять, а? Ебать, у него строители, конечно. Один вот тут вот, вот прям сверху, вот он стоит. Я бы сказал, что хуя. Тут. Пиздец, он ничего не вытворяет вообще. Надо покурить, я не верю, что есть такой игры. Это задрот какие-то, блядь. Да, это так всегда бывает такие. Алло. Да, чего хочешь. Че, куда прыгнем? Я не знаю. Ты куришь там, что ли? Да. Курение вредит твоему здоровью. Давай вначале, давай, прыгай, блядь. Бай там народу выпрыгнуло. И так веселее, блядь. Давай чуть подальше, вот туда вот на гору. Вон надо там вон, либо на гору, либо в переход. Вот, я кинул метку. Туда тоже кто-то, а там уже кто-то есть. Вот тут. Там двое, я ебал. Хоть до топа два дошли. Бля, вот тут вот двое. Да, блядь, там еще один бежит. Я в ней, я вот, знаете где я? Вот здесь. Кстати, знаете, какой минус был? Вы просто пошли к ним пушить. Мы на горе были, надо было их ждать. Да, вот. Я тоже так тут думаю. Тут самое главное, здесь наверху всегда быть. Сверху проще, чем снизу.
Там наверху кто-то выигрывает. Блять, тут волки еще ебаные. Из Шенхана это я лечу. А я тут в тихой гавани где-то бегаю. Пуф, нахуй. Сейчас к вам прибегу. Да стой, меня волк долбит. Потому что ты собака. Че их тут так много? Ты по кому? У нас враг. Потряси его. Я потряс. Вижу. Короче, механ за горой за этой где-то был, он где-то там. Где? Блять, я не понимаю, где. Ладно. Ладно, хилимся. Несколько капли едим. Механ сначала две маленькие пьешь, потом большую сделку и все. Да, я что-то затупил, я знаю, то что там больше что получилось. А чё, где последний-то? Чё-то его не видно? Он за горой был, он за последний был. Возможно, сбулся он туда-туда. Дэн, а ты чё там, где? Пацаны, 20 секунд до зоны, я сзади бегу, блядь. А, я думаю, может, в зону тогда побежим? Ну да, нам еще бежать, да, потому что надо, блядь. Так немало довольно-таки. Ой, тачка едет, там кто-то едет через мост. А я далеко от вас, кстати. Он уезжает. Подальше. Сосал, наверное. По-моему, уже возвращается. Советую вам засать, господа. Жорик на тачке. Где он, блядь? Опа, вот тут вот, ребятки. В этом доме. Врум, зафака. Вон в том доме еще увидел. Вот, блядь, я не могу отметить. Вот в этом доме еще. Бля, я динозавра закрыл. Пацаны, смотри, какой прикольный.
Динозавр, давай, может, это, ну. Там строится. Пацаны, я их минусую, пацаны. Блять, я упал. Ползу в дом, короче. Я вот на фуре есть, что есть. Вот тут. Я не могу отметить. Вот, отметил. Да вон он там. Думаешь, что он спрятался или что, блядь? Да сука. Ну, а сейчас будет строиться. Не, все. Да хуя, он ушел, блядь. Смотрите на него, блядь. Тут еще один. Я бы тебя поднял, конечно, если подальше кто-нибудь отполз. Или уже нет. Кто там живой-то? Вот тут вот еще в доме. Да уж похуй, мы все втроем легли, там один остался. Ой, уже здравствуй. Ползи ко мне. Вот тут проход есть. Я сейчас отъеду. Давай, ползи. Я зато на фурика вот сбил, блядь. Хорош. Я, может, гранаты кого-то задел, конечно, но это вряд ли. Все, до свидания. Два, пока. Жаглотай меня. Да, конечно. Еще что я думаю с тобой. Пацаны, ползите друг к другу, чтобы ну, проще было вас найти там шмотки хотя бы. А, смотрите-ка, он еще это, он поднимет даже. Меня, да, успею только на зонах. А ты сейчас сразу отъедешь, получается. Наверное. А, нет, беги быстрее, беги. Да пофиг, потом отлечишься, ты не успеешь. Все, этот упал, короче. Он из-за чего упал? Да его застрелили, потому что. Там вот за тебя, вот, короче, на лестницах. Бегите в зону, пофигу на него. Я его поднял. Не, я говорю не того, который этот. С кем стрелялись. Да, блять, можно взять ваши ебучие эти карты, бля. А, так он взял я... уже, он взял уже их. Иди, блядь, лечи нас. Ты куда-то пошел? Так он там, блядь, машина с воскрешением, надо другую найти просто. Да, вот, сейчас я метку поставлю. А, я не могу мертвую метку ставить. Фургон возрождения, он сзади. А, нет, вон он, есть. Вот, есть. Я тебе поставил метку на фургоне. Так у меня-то ваш... А, у меня есть ваша карта, что ли? Да ты вот можешь наши метки тоже видеть. Ля, их надо карточки подбирать. Ну да. Я так... не подбирал ваши карточки. Да как, он подобрал карточки. Он карточку подбирает, и типа, ну, она даже у тебя, у кого угодно, ты можешь тоже просто возродить. Заебись. А он одну поднял или все? У меня потому что одна только. А, походу, жар тебя не подняли. А его вообще здесь нет. Да, он вышел, я тоже заметил. А куда он вышел? Да здесь я. А, ты здесь? А что, твою карту не подняли, получается? Да нет. Она со временем же пропадает вроде. Ты не так быстро. Я умер-то еще быстрее, чем Жора. Ну, твоя, видимо, рядом лежала карта. Когда я, ну, типа, когда вставали. Ля, красота. Давай, мы сейчас еще топ-1 займем. Угу. Конечно. 30 человек осталось. Ладно, до фургона хотя бы добежать и на волков не убиться хотя бы об них. Да, блядь, я не понимаю, как об них можно убиться, блядь. А меня как-то раз убивали, когда их, знаешь, по трое, блядь. Ну, по трое, да. Что у тебя за проблема? Ты не мог запрыгнуть? Все, он поднимает. Да, да. Да, нахуй. Где ты? Здорово. Пушило.
Бля, зонт прям пиздец. Пиздец, это ж сейчас у меня шмоток, по сути, нет никаких. Какой-то пистолет ссаный. Так, на, у меня есть оружие. Да, да сейчас найду. А как скидывать-то, блядь, сейчас? Вот так вот. Бросить. На, убирай. Патроны надо, получается. Гусь. Иди сюда. А что ты мне скинул-то? Какой пистолет он, блядь. Так у меня тоже есть пистолет, пулеметок получше. Нах ты уёбываешься тогда, что у тебя ничего нет, блядь. Может, мне этого мало. Зона, зона. Утилизатор. О, синий ящик. На карте. Оп, уже нет синего ящика. Ой, лодочка едет. Это. Опа. Вы кого там увидели-то? Хуяна дикая. Там это стражница ебучая. А где она? Там наверху где-то. Убита. Так, я забрал, а, с ней дробовик выпал неплохой. Мы только внимание привлекаем, ёбнешься, блядь. Всё, я на канатку поехал, до свидания. Ребят, надо кому? Не, давай, где я? Вон сюда. Тебе принести, что ли? Я говорю, сюда идите, там он по канатке ебучий. Ну ты иди, это ты нас не услышит. Самурай, который, блядь. О, синий сундук, но мне кажется, там сейчас у него будет пиздец. Да-да. Бля, как вы на канатку забрались? На X прыгаешь к ней и X нажимаешь. Да я путь не вижу, мог найти. Вижу чепухов там. Все, опять эти строители начались. Их там очень много. Таны, ходить за ворушки, да, вот туда, только они внизу аккуратней. Я вон вижу их. Сели, не лезь. Они вот там они там в строители играют. Опа, там двое или трое. Да, да, у меня уже из дробаша. До свидания. Офигеть, он меня застроил. Где он? Вот он строит сейчас этот кирпичик. Вот он там внизу, рядом со мной. Вот. Убил. Да, готов. Там еще один. Там за ним, за стенкой, за одним он сейчас вылезет. Сейчас вылезет. Давай. Опа. Сука.
Вот он меня застроил. А, вот он, прям подо мной, вот он. Он застроил себя, застроил. Вылез. Да я мертвый, ты не скажешь, а это, наверное, не понимает, что это. А, жертв мертвый, точно. И я тоже он забил. Блин, за ты дробовик проебал, а? Обидно. Так, останемся здесь, короче. Я тут умираю. До свидания. До свидания, пока. Всего хорошего, пока. Он тоже умер. Да. Приготовьтесь. А Жор где? Стой. Жор. А, да, всё. Чё, приготовьтесь? Так мы без него уже запускается тут, видишь? В смысле? Отмена тогда? Ну, его не... ну вот, а как отмену кинуть? Вы не... выйдите в 2 минуты. Давай, да, в лобби. А я не могу отмену кинуть. На нолик, блядь, там справа внизу, в левом, в нижнем углу написано, как отмену кинуть, тебе на кнопку на какую. Да, она у меня серая горит. Вот, отменить. Продолжить. В лобби вернуться. Все. Ну чё-то? О, мне дали какую-то светящуюся хрень. Мне тоже её дали, начинай. Сейчас. Да у тебя откуда костюм, утырок? У меня? Вот синий, да откуда? Я ж тебе говорю, он это, с Face Plus'а выпал. Типа ты PS Plus делаешь, и тебе дают бесплатно костюм. Костюм и, то есть, оружие, 2 меча и скины на все оружие. Ну вот, скин мне тоже дали, огненный какой-то. Да нет, я тебе говорю, у меня с PS Plus выпало, это с подписки на PlayStation. Да я понял, а мне чего не упало на тебя? Да потому что, ну, у тебя Xbox. А, ну я понял. То есть мне подачек не надо, короче. Да, да. В смысле, блять, подачек. Вот смотри, где ты. Ты не появился еще, что ли? Вот, смотри, видишь клинки у меня, вот. Такие, как у тебя, у меня есть уже тоже. Че, прыгаем сразу на эту метку? Блять, когда это начнется? Алло. Че, прыгаем на эту метку? Погнали. Блин, почему воздухе нельзя делать эмоцию? А, ты типа решил танцевать, да, в воздухе? Ну да, ну в офицеру так можно делать. Приземляемся, короче, все в одно место, чтобы это... А может вот сюда вот приземлиться? Не-не-не-не-не-не-не, давай сюда. К нам. Вот, я вот сюда, короче, вот в этот домик ёбну. Да. Там чувак... А, нет. Да, или нет. Да, в речке там, уже внизу. Черти. Есть что-нибудь получше пистолета, пожалуйста?
Вон там, пацаны, пацаны. Кинь метку. А чё они сквозь тачку простреливают? Играю. Опа, вот этот ещё. Здесь один. Один лежит. Блять, у меня патроны кончились, ребят. Ладно, давай в рукопашку. Слышу топанье вот здесь, вот, да, тут. Тут где-то есть он, я слышал топанье, он тут еще. Он в этом доме. Да, он в доме. Он наверху. Убит. Кому синий автомат надо? Какой? Какой? Синий. Давай, давай. Давай, давай. Я сам типа еду. Кто-то едет. Кто-то наш. Мы еще не в зоне, по-моему, как бы. А, погнали в зону тогда. Да, здесь да, на то, кстати. Машина по воде ездит нормально. Так это не погнает. Чем поедем, что ли? До зоны ты пешком осталось. Смотри, стой, иди сюда. Смотри, смотри, стой, стой. Да ты показывал уже, ёб. Лучше бы показал мне, как патрон. Цвет можно менять. Ты в красном поглядим. Опа, это где, кто к кому? А, это баба, короче. Уходим от нее. Так а чё, может вольнём её? Да нет, она время тратит. Если у неё нормально ВЖ падает. Не всегда. Чё, мы опять к центру двигаем? Да-да. Да что? Мне бы только патрончик еще подарок найти.
О, может заказ на игрока принять. О, это у нас всех так задание? Да, это один берет, я взял и у всех привез. У меня задание то деревья месить. Да, а деревья месить. Да, 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 этого дали тоже. Все, выполнил. Аэродроп здесь. Оп, ребятки, дроп падает. Можно долететь до туда. А сзади еще желтый круг какой-то, это что значит? Там миссия, значит. Да, вот это вот как раз убить надо. Воу-воу-воу, сзади, сзади, пацаны, вам пизда. Мне точно, там две тачки. Бля. О, они меня к вам подопнули, заебись. Вот они, вот они. Это ебанашка там кого-то, блядь, из лука стреляет, который с нами в команде. Взял, я взял карточку, попробую сейчас дойти как-нибудь себя возродить. Так вы выживете, блядь, хотя бы. Там они вон нахуй повылезали из тачка. Они с кем стреляются. Пусть стреляются, ай. Больно, больно, больно. Я хуй, блядь, по дыхающим деревьям бегаю. Да сука, а, застройщик хуй, отстань от меня. Да ты, блядь, ты попасть-то по нему не можешь, блядь. Я увидеть его не могу, о чем ты? Да в смысле, он сейчас, или я на за кем? Экс, это, а, Экс это другой. Да, это Жорик. С такники похожи. А, это сейчас возродят, походу. Другой. Жог, 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 добей его, ему чуть-чуть осталось. Хорош. Подними, пожалуйста. Там за этим динозавр бегает, подними, подними пока. Всяк прибор. Да? Да, да. Там баба хизница начала, я ее, короче, добил. Бля, я родился, нахуй. Че я золотой? А, ты можешь, кстати, сюда подлететь, вот оружие дофига. Лёг. Я упал. Не успел зародиться. Я тоже. Вот тут за деревом, вот тут за деревом. Упал. Блядь, тут ещё этот, блядь, эта миссия ёбаная. С крыши, с крыши. Он сзади ещё ходит. Двое. Он
Вот тут, вот один. Он тащит его, тащит. Ребятки, вот тут вот. А, все, я умер. Ну, блядь. Бедненько. Они с собой, короче, бота притащили. Ну да, их его можно же нанять. Че, поехали? Надо. Я говорю, здесь вот только один раз потратил деньги, все, и можно спокойно качать этот пропуск. Кто-то донатит, кто-то все разбивает, просто качает и всем. Не, мне западло даже донатить, хоть первый раз. Он Денчик, если меня задонатит. Бля. Ну я себе задоначу, у меня бабки есть, имеется. Бабки имеются. О, тут пусто есть. Я тоже так умею, смотри. Дэн, давай присоединяйся к нам, иди сюда. Она типа вместе можно это делать. Да. Только избранным это дано. Там только для двоих можно. Давай, короче. Вон, Михан, смотри, так тихонько коснешь пропуск, купишь еще в 500 цвета. Ага. Полетел. Фаеры, правда, скучненькие малость. Кто? Фаеры, которые в руках держишь, когда летишь. Да, у меня молнии. Короче, мы хам не отключим. Рядом с вами. Ладно. А я вот дальнее здание все равно падаю. К нам летят двое. Двое видят. А я профессиональный ВДВшник. Вон там. Видишь? Че тут отметил мусорку? Брат, там кил. Я его потряс, смотрите быстрее. А я вот не вижу ничего. Угу, вижу. Смотрите, еще один вот в доме сейчас будет. Крыша. Упал. В доме. Не с этой стороны.
просто людям делать их. А есть еще с кем попиздить? Тебе понравилось, да, их разматывать? Сейчас херакой со снайперки в голову прилетает. Ладно, ну, блядь, хотя бы найдем где, но никто не стреляет. О, давайте наверх. Я там не раз... А, блядь, 3 хп осталось, сука. Отлично, блядь, молодец. Нам пора бежать. Блин, а где-то оружие... Ой, патроны найти и хп. Так, пошли, побежали в сторону дома, найдем в пути. Тут есть броня меха. Угу. И сундук рядом. Вон, Михан, смотри, еще синюю банку возьми, здорово. Сначала маленькую выпей, потом... Бля, я уже большую выпил, ну ладно. А где сундук там? Я уж открыл его. А? Вон, Михан, один ты. Блин, тут нельзя как в PUBG бежать и это... лечиться. А че никто не сказал, что зона идет? Я уже далеко убежал. Мы уже говорили, что пора бежать. Блять. Мне кажется, я сейчас не добегу до вас. Еще минутку целая. Она все равно по одному хп будет зарать. Тебе бинты остались? Нет, я сейчас все 5 заизол. С кем вы там стреляетесь? Не мы. С волками. А. Вон есть что, мясо бери. Все, сотку. Все, добежали, нет? О! У меня сейчас прям перед ебалом упадет ящик. Как он долго падает, где он? Он мне весь армор разбил. Сначала волки, потом динозавры. Мне тоже. Я с него места взял. Почему? О, летит, блядь, так медленно, ебать. А, его же сбить можно, кстати. Это был... Скажи, что нет.
только я. Ну конечно, блядь, давайте, блядь. Блядь, сейчас... Привлечем внимание, блядь. Где? Опа. Я съебался, говорю, сразу. Ты, блядь, нас там закидывают прям конкретно. Я залутал ящик и съебался. Их тут два, пацаны. Кто поможет мне? Конечно, тоже съебал. А, я тут хуй пойми с кем. Да, я тут вместе бежал, он поднимается к тебе. А, Жор, к тебе поднимается. Первого. Спускайся. Тихан, иди добиваем, красный. Если он сейчас поднимет, то жопу будет. Мне тоже один удар остался. Один ко мне идет. Здесь как? Блять, я же говорю, мне один удар остался. Там хуёв, да? Чё там? Вот он. Я вижу. У меня дробовик. Ну, ладно. А все, он уже старается начал. И там второй еще он поднялся. Третий привился. Не, точно не завезет. Пацан потерялся. Вон их там какие-то, блядь, фиолетовые пулеметы, нахуй. Это дробовик фиолетовый. Он, кстати, нормальный. Ну просто трёх держали, а меня вроде начали фигачить. Да-да, я быстренько залутал ящик и съебался. Потом смотрю, вас там бивает. Я по их положил, на третьего не хватило. Сколько на времени-то, кто мне подскажет, ребят? Час. Ну, сейчас будет... Сейчас ты откатка, наверное, я спать. Че, куда прыгаем там? Да. Куда? Ну, я место поставил. Угу. У кого, кстати, эхо? У меня наушники, не может быть эхо. Жор? Ну, явно не у меня. Значит, только через наушники эхо может быть. Как, блять? Бля, еще в Апексе охуенно, ты когда летишь на ранце, ты можешь вообще тут, ну, не левитировать, а просто сразу втыкаться в землю, блядь. Да-да, типа вот это вот фигово, вот это еще так долго это все, в PUBG даже быстрее. Пока ты, блядь, довертишь. Аптечка, на будто аптечка воевать. Опа. Ребятки, вот тут. В дом зашел. Поднимите меня, только поднимаю. Это Янцы же гранаты? Да, вон там еще один. Жар, еще один. Вот, заходит. Да, блядь. Долго-то. Обожаю гранаты, блядь.
Вот аптека. Угу. А человек только двое был, да? Да, вон там вдали. Опа, вот еще один, смотрите-ка. Просто есть места, куда они, видимо, любят спрыгивать, и все. Мы тут... Вон там вдали, вон чел бежит. Ага, вижу. Там двое. Сзади. Где он? У меня. Положил. Вон они. Вон его друзья. Ага, давайте я подниму. Ах, нет, пойду добью их и подниму. Один давай, живой. Мне еще 50%, 46%. Блять, вот, все, лег, легли оба. Охуенно понял. Сейчас сюда пойду, они уже где-то близко, мне кажется. Сразу рассыпну. Она где-то там вдали в жопе мира, да. Так, нужно патронов найти. О, наш тоже кого-то убивает. У меня профессиональная удочка, ебать. Хорош, будешь убивать удочкой. Я буду ловить рыбу сейчас. Вот так надо. Это вот постройку надо сюда начинать будет. Давайте, да, конечно, разнесем дом. Ну вот, дом хорош. Ты автоматы не потерял? Кто, ты? Ты? Не, мне нормально, у меня еще один есть. Тебе не надо, что ли? Не, у меня два одинаковых, зачем мне? У меня патроны-то одни и те же под них. По кому он там стреляет? На двух тачках, как мафия. Михан, ты аптечку-то надо? Аптечку? Да-да, можно бы. Помощь, блять.
Шозен. А что, погнали вот сюда вот? Артура. Че оттуда? Амфура. Враги. Бля, сзади нас враги. Что-то я никого не вижу. Я говорю, сзади нас враги еще. Опа. Вот он. Убит. Где еще один? Я вижу. Там вот еще вдали еще один. Там враги. Опа. Вот он. Вот они двое. Блять, застрял у меня пидор. Бля, что такое? Вот как? Из чего? Блять, я не понимаю, как так можно, блять, упарывать нахуй. Блять, кто меня так откинул? А чё этот чувак думает? Вот они. Блять. Там у него просто, блять, фиолетовый автомат, нахуй. Он просто вот так вот пару выстрелов нахуй и все, у тебя нет. Мы сегодня хоть один топ-1 займем. Мы заняли один раз, по-моему, нет? Нет. Топ-2. Че, крайнюю? Да, да. Она что у нас там? Попадаются нам типы, которые бегают, просто не знаю, что делать. Ну да, вот тоже так, когда, ну, типа один играешь, постоянно какие-то идиоты. Блять, все время забываю чат переключать. Давай сюда. А, мы уже все прыгнем, ну погнали. А че, куда прыгаем? Блять. Там уже, блядь, весело становится. Ну там отряд только один летит. О, я к этому чуваку сейчас залечу. Оп. Бля, я как отсюда слезать? А как отсюда слезать теперь?
Спрыгивай только. А вон по бочкам. Что, блядь, лут, удочка, нахуй. Заебись. Мне везет на удочке. А ты просто этот тредбак. Когда? У меня? Да. Где он? Я не вижу. Он красный этот ромбик найди вокруг себя, да, вон. Это он последний. У меня нет ромбика красного. А, вот. А это не последний, нифига. Это не он был. Сейчас я его отмечу тогда. Ты вообще бегил в нашу сторону. Кстати, бочки разбивать, они армор дают. Кто? Бочки. Его бочки разбивать, а армор дают. Какие бочки? Ну, которые лежат типа с рисунком синим. В больших типа хилиться, как я понимаю, можно? Ну да, они броню дают. Что-то я ни разу не видел. По одной штуке прям пополняет. Сейчас я полную наберу брань. А, натуре? Там 10 брони дает. Нет, а большие чаны, вот эти, в них просто стоишь, они копятся. Ну, тогда. Сарастый. Ну, брат. Долго. Но у меня уже почти все. О, чувачок, надо пойду поболтать с ним. Пофигу, мне без пяти нормально будет. У него можно рыбу купить, которая нихуя не дает, блядь. Не, ядерную пушку он дает, рыбу. А, прыгучая рыба, типа это. Прыгать будешь или что, не понимаю? Нихуя, я съел, ничего нет. Да? Броня. С кем вы там воюете? С бочками. А. Что, погнали в зону уже дальше, думаю. Побежали. Че, Дэн, смотри, видишь, нормально, ты не хотел играть. Блять, то так, чисто по фану, блять. Я поиграл в что-нибудь типа РДР-ку в онлайн, там, блять, но они, сука, можно только у кого там приставки одинаковые. А, в Apex можно, кстати, еще поиграть. Ну, в Apex можем, да. Сейчас еще игру какая-то хут выходит. Я видел в магазе. Я, кстати, ну мне этот.
Elder Scrolls есть онлайн, но она тоже кроссплатформенная. У вас ее нет. Да не, много всего есть же, по сути. Не, нет, кроссплатформенного вообще нихуя нет. И эту, в Call of Duty можно играть, в Warzone. У меня, кстати, первая батла есть. Не, нету, мне не нравится батл. Да, ну ничего интересного. Че, все, война закончилась, я так понимаю. А патронов на нее только один. Оставить. Погнали в зону, она далеко. Ебать, нам идти. А через 40 секунд она уже эта хуйня будет. Нашел тачку, но она залочная, типа, и на ней нельзя ездить. У тебя прав нет просто. Я видел, какой ты водитель. Меня хотя бы в тачку пусть. Кто тебя пустил-то? Мы машины. Просто пересели. Ты их отстреливаешь там, что ли, жаба? Да, они заебали. Пидор, блядь, 50 брони мне снес. Вау, я говорю, они жирные пики. О! Мужичок, это... Нанять его можно, кстати. Да, наем. Эй, петух, ты где? Он все равно будет с тобой идти. Нам бы в зону. А, блин, точно. Петух потерялся. Да пофиг, догонит.
Блять, я в Или деревьях там три застрял. динозавра. Я, короче, такой к вам бегу, вроде к вам. А вроде не к нам, да? А вроде тут, блядь, знаешь, сколько еще народу бежит? И ебанешься, блядь. Мне кажется, я не добегу. Я вообще не понимаю, даже где это. Блядь, я думал, я к вам бежал, а я что-то не туда убежал. А я так понимаю, с нами динозавры там бегают. Нет, хотят, наверное, не бегу. Там на горе кто-то, видать. Чё, как, блядь, далеко-то нахуй? А ты где? Ох, ебать, тебе бежать еще. Почему, блядь, тратится ХП, а не броня, блядь? Ебать, пока, пацаны. Что, ты отъехал, что ли? Да, тут еще и водопад. А где ты? Может, я подниму? Не, не поднимешь. Ну, плюс-минус, ну, подниматься заебешься. Ну-ка. А я даже не вижу тебя на карте. Но я у водопада, вот тут прям, типа, вот здесь. Кинь метку.